Ой, да, сердечко забьется, птицы, укройка несется, крепосольная, да раздольная русская зима. С песнями и игрой на гармонии встречали первых пассажиров новогоднего трамвая. А вместо привычного кондуктора – Дед Мороз. Ставший уже традицией, новогодний трамвай начал свое путешествие по городу. Вагон и салон трамвая красочно разрисованы в новогодней тематике и украшены праздничной зимней символикой, которая дарит жителям праздничное настроение, а также напоминает о грядущем годе собаки. Внутри салона – нарядная елка. На протяжении 10 лет наше предприятие устраивает городу подарок, выпускает на маршрут новогодний трамвай, тем самым даря новогоднее настроение жителям города и гостям края. Жителей и гостей Владивостока ожидала не только праздничная программа с участием Деда Мороза, но и новогодние подарки. Так, пассажиры первого рейса новогоднего трамвая могли принять участие в лотерее проездных билетов, которая даст право бесплатного проезда в этом транспорте на 30 и 31 декабря, а также 1 января 2018 года. Праздничный трамвай будет радовать владивостокцев на своих маршрутах весь январь. Анна Бережная, Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.